Секрет поступает на продажу вот эту вот мышь Suzuki R Stingray комплектация, ручки на фары, очень классный, на подсветочку, на всех делах, на кожаном салончике. Не обращайте внимания, у меня тут небольшой бардак. Вот тут это всю ночь светится, а там есть кнопочка синенькая. На климате, на всех делах, на бесключевом доступе, с огромнейшим, просто огромнейшим багажником. Тут у нас тоже все на коже, на всех пирогах. Комплект ковров к нему же идет, потому что обычно японские машины идут без ковров, но этот вот пришел с коврами. Сразу же у него штатная камера, прозрачные стопы. Еще раз повторюсь, ребята, это именно комплектация Stingray. Цвет просто офигительный. Сразу литишко неплохое. Мы ничего с ним не делали, вот как он пришел. Полирнуть, наверное, нужно фары по-хорошему. Здесь у нас LED оптика, туманочки, повторители в ушках. Ну, то есть, все как в нормальной современной машине. Вот, видите, включается иллюминация. И вот тут, как видно, днем. А вот там синенькая загорается у нас. Как вам показать-то? Ой. А, вот, видите, там горит синяя полосочка. И она ночью тоже загорается очень красиво. Вообще, у Suzuki отдельный вид искусства – это их приборки. Камера заднего хода. Также все тут показывает. Еще раз, у Suzuki отдельный вид искусства, это их приборки. Они вообще красивучие. Это она на камере вот так выглядит. Но ребята прям очень красивые. Стоит хорошая музыка, хорошо играет. Здесь AUX. То есть я купил такой переходничок, и у меня появился здесь AUX. А, все черное. Он полностью весь на черном. Давайте вот так сделаем. Он весь на черном, чтобы вы понимали. Черный салон, не белый. Все можно там отмыть. Здесь у нас бардачки. Куча их тут. Миллион. Давайте, наверное, мы чуть-чуть, может, прокатимся тут по двору, что-то далеко не ездит. Едет он очень мягко, приятно. Расход у него 5 литров, ребята. Ну, это бомба, на самом деле. 5 литров расход. Понятно, что это 0,7, но он едет очень хорошо. Не как 0,7. То есть он едет сильно лучше, чем едут обычно 0,7. Потому что я, скажем так, на многих 0,7 ездил и на многих 0,7 катался. Это очень приятная машина, реально. То есть никаких там, даже не могу вообще замечаний сделать для того, чтобы как-то, скажем так, ее немножко зацепить. Вот, поэтому звоните, обращайтесь. Цена, на мой взгляд, более чем адекватная в нынешних реалиях. Мы сильно задничать не будем. ЕПТС у него до 1 августа. Соответственно, его можно перепродавать, ребята. То есть вы можете его там, допустим, отогнать в какой-то свой город или регион и перепродать у себя. Как-то так. Машинка неплохая. Вот камера, все видно. Вообще припарковались. Тут еще дополнительный динамик. Очочница, то есть вообще. Садись и едь. Ну, кнопочку нажали. И все, она потухла. Все, выходите спокойно. Ключ у меня лежит в портфеле. Я выйду сейчас спокойно. Нажму кнопочку. И закрою. Все, как-то так. Ну вот, ребята, звоните, пишите, интересуйтесь. Машинка неплохая.